Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.ну. Давайте выполним упражнение номер 8 на странице 29 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Сумма длин сторон треугольника равна 12 сантиметров. Длина первой стороны 5 сантиметров, длина второй 3 сантиметра. Найди длину третьей стороны треугольника. Давайте сначала выполним схематический рисунок к этой задаче. Нарисуем треугольник. Обозначим длины его сторон. Длина одной стороны 5 сантиметров. Длина другой стороны 3 сантиметра. Нужно найти длину третьей стороны, если известно, что сумма длин всех сторон равна 12 сантиметрам. Итак, давайте мы сначала узнаем сумму длин сторон, которые нам известны, то есть 3 и 5 сантиметров. Прибавим к 3 сантиметрам 5 сантиметров. Получится 8 сантиметров. Длина двух сторон. Теперь из длины суммы трех сторон, из 12, вычтем длины двух сторон. У нас останется длина третьей стороны, и она равна 4 сантиметрам. У нас был вопрос: найди длину третьей стороны треугольника. Записываем ответ. 4 сантиметра длина третьей стороны треугольника. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.